морской это человек, который занимается фольклором. И очень многому меня сама учит. Я вообще очень благодарю своих музыкантов за их сотрудничество со мной. Ибо эти люди каждый день привносят в мою музыку что-то новое, меняя меня, надеюсь, только к лучшему. Я думаю, что к лучшему, потому что они не лучшие профессиональные меня. Большое им за это спасибо. В частности, сейчас вы услышите песню, которую с Аленой Петровской мы разучили. Калужскую песню. Я просто хочу сказать, что где мы ее разучили, я потом скажу. Не надо, хорошо, культурные люди. В джакузи мы сидели с ней вместе. Это правда. Делать было совершенно нечего, потому что всегда надо что-то делать, чтобы вистели. Папа, наверное, говорит, что если ты сидишь, ничего не делаешь, сейчас отдыхаешь, ты смотришь концерт. А вообще сидеть без дела девочке плохо, надо всегда что-то делать. Если так воспитывают девочка, должна она садиться в джакузи и надо что-то сразу делать. И вот мы с Аленой сидели, время зря терять с ним. И выучили с ней калужскую народную старинную песню благодаря Петровской.